Сегодня, 21 июня, отмечается День йоги. Йога в сфере фитнеса набирает большие обороты. Она помогает узнать себя как внешне, так и изнутри, а также держать мышцы в тонусе. Сейчас я при помощи своего ассистента покажу, как правильно делать упражнения, а как не нужно. Первое упражнение – поза горы. Встаньте ровно, ноги параллельно друг другу и распределите вес по всему телу. Теперь нам нужно расправить плечи и сделать 6 глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. Только не нужно так интенсивно дышать, иначе вы потеряете сознание. Следующее упражнение – поза кошки. Встаньте на четвереньки и в этом положении прогибайте спину на вдохе и выгибайте на выдохе. При этом движения все очень плавные. Не делайте это движение слишком интенсивное, иначе вы можете остаться в этой позе надолго. Следующее упражнение нам поможет расслабить мышцы шейного отдела и будет работать также спина. На вдохе поднимаем правую руку и на выдохе скручиваемся. Если вам комфортно задержаться в этом положении, то полежите и расслабьтесь. Если это упражнение вам может показаться сложным, то лучше его не делать во избежание всяких травм. Теперь мы плавно перетекаем в следующее упражнение. Поза мордой собаки вниз. Для этого нам нужно поднять ноги и пятки по максимуму прижать к полу. Эта поза отлично укрепляет мышцы всего тела. Если ваши мышцы не подготовлены к этому упражнению, то лучше больше 10 секунд его не делать. Ну и завершающее упражнение – поза мертвеца. Просто лягте на спину, раскиньте ноги и руки и постарайтесь расслабиться. Занимайтесь йогой и будете в гармонии с собой как физически, так и духовно.